течение какого времени обычно приходит штраф с камеры? Знаете, всегда по-разному. Я как бы тоже человек, да, и я тоже как бы могу что-то не усмотреть. Где-то могу поторопиться. Но не специально, как правило, это происходит, но мне прилетает, да, что греха таить. Бывает, я там с Питера приезжаю, вот в Твери иногда приходит штраф через поездку какую-то, 500 рублей там за 20 километров превышения, да, там, ну там просто на окружной есть такие участки, где ты едешь, окружная, не меняется обстановка, и где-то там в сторонке стоит знак Тверь, что ты въезжаешь в населенный пункт, а не меняется ничего. И вот есть там таких пару моментов, и таких моментов их очень много на дороге. Я к чему веду? Что по своему опыту могу сказать, что иногда бывает в июле, там я катался по Дагестану, где-то что-то, проехали там в районе 5000 километров за отпуск. То есть это достаточно много, да, может быть даже 5,5 полкавказа опрулишь, естественно, все везде в камерах. И приезжаешь уже там в конце августа, собираемся в Астрахани, или мы уже в Астрахани, только приходит штраф. 3 недели проходит. А иногда бывает, я там приехал из Санкт-Петербурга домой, и буквально на следующий день прилетает штраф с Твери. Вот я не знаю, как они работают, но всегда по-разному.